Cunoaște pe noi. Mă, păsăgim la zale. Eu ne-a adus în salon, în sală. Prin ce spraștări? Și ne-a întrebat. A, kto vy? Dar cine sunteți? Как долго этим занимаетесь? Cât de mult timp vă ocupați treaba aceasta? Мне как на допросе себя почувствовал. Eram parcă la anchetator. Nu чувствовалось, что что-то в его словах как у военного. Simțeam că parcă în cuvintele lui îl vindeau, adică spunea că el este un militar. Поговорили, я рассказал, мы как-то вот хорошо, такая у нас была дискуссия. Да, а вот такой дискуссия, аж на дискуссии конструктивы, а потом очень вкусный чай мы пили. А вы он был чай? И к чаю. Шла чай. И оказалось, Антон, по-моему, нас сказал, что когда он женился, его жена была адвентистка. Повестит, Антон женился к историце, тело я адвентист. Говорит, если бы она тогда была более твердой, și el spune, dacă ea ar fi stat mai tare. Если бы она была более решительной, я бы был сегодня тоже. Dacă ea era mai hotărătoare, aș fi fost și eu adventist. Я услышал это, я говорю, Господи, спасибо тебе, что я не ушел домой. Și atunci am spus, Doamne, îți mulțumesc că am dus acasă. И он мне начал рассказывать о своих проблемах. Și el a început să-mi povestească despre problemele. А проблема у него была с дочерью. Dar problema lui era cu fiul. Он говорит, мы были в монастыря. Am fost la mănăstiri. Где только можно. И нельзя. И он где все платы он фост, да. Дочка болела, и никто не знал, как ей помочь. Фига, она была на выше, не минус тебя кусожить. И я ему сказал, его Гриша звали. Кылкема Григорий. Я говорю, Гриша, наша церковь молится. Ши, я ему сказал, Григорий, беседка нас на серах. Каждое утро. Фига, ты меняться. Приходи на молитву. Вин дал на вилочек. И он пришел. Человек. Он пришел. Я хочу вам сказать, что оказался он действительно военный. И, правда, на молитвенный час он пришел в военной форме. Только на воре другочине одетом форме. Оказалось, что он даже был или зам, или начальник тогда этих погранцов. Да, сами скопили, что он был аджунт, а вот граничей. Начальник был, да? Я наш шеф. И это был такой человек, когда ураган, когда он заходил на работу, то все знали, что он пришел. Он матами не ругался, он о них разговаривал. И это человек такой, который, когда приходил, он там все поддрожал под ним. А точка не гоняла, ну, тот он тревога на это. И вот он пришел на молитву. И он рассказывает опыт. Повестишь ты эксперимент. Ну, это он уже, кажется, второй или третий раз пришел на молитву. Asta deja a doua sau a treia oară. И он говорит, у меня сегодня была проблема. Și el spune, eu am avut azi o problemă. Что за проблема? Ce problemă? И он сел, говорит, в маршрутку и ехать сюда. Și spune, m-am urcat în rutieră ca să vin la casă de rugăciune. И говорит, двое напились и начали там что-то выяснять. Doi care erau în stare de ebrietate, m-au început să discute niște. И говорит, до этого я знал, что делать. Până atunci eu știam ce trebuie să fac. А сейчас я не знал, что делать. Dar acum nu știam. Я думаю, хотел их взять, ударить лбами друг от друга. Но говорит, я подумал, я же не молиться. А вот я взял, я тряснулся фронте уну пе алтул, дар мам видит, я дар мерг лабисерик. И подумал, подожди, мне на самом деле я почувствовал себя беспомощным, как ребенок. Он сидит от этого неожиданно, он копит. Думаю, что мне делать сейчас? Часы фага. Мне так стыдно стало. Я не могу постоять за людей, не могу за водителя, я хотел с ними разобраться, но не могу. Я тогда запал, нич уанин, нич ты шофер. Боялся же не сделать что-то плохое, поэтому взял и вышел с маршрутки. Мы тянемся факт чего рэу, для чего нам лишь один друг я. Я увидел, как Дух Святой борется в его сердце. Я увидел, как Дух Родом взял себе лупер и манули. Через время они пришли вместе с супругой на праздник жатвы. Да, песня черва. Кимп, я уверен, что он присутствовал на сарбатуре сейчас. Они потом пришли на другие праздники. Поверит, ладно, сарбатуре. А потом пришло время, когда они сказали, мы хотим изучать Библию. Да, а после сосед Кимп, когда ей ау шаванта доринца для студия скриптура. И когда мы занимались с ними библейскими курсами, шатончики, но и Петрачам курсы библичен, у его жены были сережки, кольца. Соци, а ну и авиа черчей, и мели. И я не знал, как ей сказать так, чтобы ее не оттолкнуть. Și nu știam cum să-i prezint întrebarea aceasta ca să nu resping. Я молился, говорю, Господи, у меня было такое искушение уже сказать, мне сказал, Господи, не хочу ломать ничего, пожалуйста, ты приготовь. Ирам исхитится и спун, дар мам ругаш, я сказал, Доамне, приготовьте эту карту. И
Пришел тот день, когда я должен был как раз тему подготовил о христианском поведении. Și a sosit ziua când am pregătit tema despre comportamentul creștin. Когда я уже думаю, Господи, ну сегодня, если ты ничего не скажешь, то скажу я и. Да, и оттуда мы говорим, Доме, брат, ну исповедь ту или миг, оттуда его исповедим. Они ведь готовились к крещению. И Дуаса приготовил для другого теста. Мне надо было им сказать. И вот так, я себе скончал. И вы знаете, на мое удивление, шиштит с примарой номерами. Когда я пришел, и они пришли, человек шли, она была без ничего. Шиновичи спорили лекции. И вы знаете, я ее спросил, Лариса, а как это получилось так? Я сегодня об этом хотел говорить. Я винт фэр бижутерий, что я ему требовал, Лариса, че сам там брат, кума и факуту лукрас, да, потому что азам врутся в рубе застряса. Она говорит, не всю ночь не могла спать. Сейчас поле, кто ты на пену дорогит? Говорит, ну я подумал, ну все вроде бы, я же знаю, когда же все ходят без... Че я хожу с этими кольцами, с этим всем? И я просто в тот же момент встал и снял все. Шимон говорит, мы выпьем жур, тот мэр фэра черчей, фэра имели. Ты чего ты либо свал руку? Я же когда-то ходила без этого всего. Ну, то, и жила. Я вам рукат. И вся одну самите, как инфай, два я. Ну, я фрусил. Историю сокращу. Они получили крещение. Вот смурта история, я принял бортез. И Гриша, и Лариса. И Гриша, и Горич, и Лариса. Потом у них сын. А по и Фиуру. И дочь. Фитон. Мама. Мам. И сейчас Григорий является пресвитером церкви. И акум Григорий является пресвитером церкви. Так сказал Лариса? Да. И прошлое воскресенье был на свадьбе сына. И Доминика Трекута он был на нунта фиуле. На бракосочетание. Он был в прошлом году на семейном? Григорий, да. Григорий был на семейном. Слушайте. Друзья, последний подъезд. Приятен имей. Ультима скан. Если бы я тогда ушел. Да, ты можешь виду сам. Но у меня была цель. Если бы я истинно наметил, сколько я должен обойти. Я у тебя кассы на пропуск и требуйся трек. Этот человек сегодня активный в церкви. Ши он был отец, если он был факт активный. Я от него имел большую поддержку. А могу то сустинуть или пастор. И нынешний пастор не меньшую поддержку имеет. И пастор, который служит, а за колу арю по сустинуть экстраординар. Поэтому, дорогие друзья, ставьте большие цели. Для чего помните вот цинте мать, скопр мать. Ставьте большие цели. Для чего я вам рассказываю эти истории? Для чего вам все сказать эти истории? Потому что это истории опыта с Богом. Потому что отчасти суд истории... Потому что эти истории вдохновляют. А честно, истории не инспирируют. Скажите, пожалуйста, вам легче слушать истории, чем какой-то семинар только о цифрах? А каких-то галочках. Спонеть ворог боевики на ушел со слушательной штей эксперименте, декрет ништей цифры. Иисус тоже рассказывал историю. Иисус тот повесть о истории. Он лучший психолог. И если человек будет. И он знал, что storytellers, они пользуются спросом. Шиншляк, а честно, истории сун. Те, кто рассказывает истории, они слушаются и детьми, и взрослыми. Чейкари повестецкие истории сун ослушатые шлепки матур. Вам нравится слушать истории. Да, когда у меня вас тобой плачет со слушать истории. Кажется, люди из вашей церкви им нравится слушать истории. Кум кредит, уарни вин бисерика вас тобой плачет со слушать истории. Друзья, рассказывайте ваши истории. Повестите истории для вас. Рассказывайте их красочно. Повестите ли им кулор. Рассказывайте их красиво. Фрумос. И тогда люди скажут, я тоже хочу такие истории. А то чуами не воспулишь, я убрал вас этой истории. Где взять эти истории? Да уни сериал. А знаете где? В книгоножестве. Рентрепортаж. Там много историй. А хорошо много историй. Я уверен, если каждого из вас разрешить, чтобы вышли, вы много историй расскажете. Суд не когда вас ждал, Бог улачился от повести. Но, друзья, даже если вам не предоставится это место. Я однако, ну если у Феда Бог улачился. Вам предоставляется дома место за кафедрой. Думаю, вас травить от кассы, но... У вас есть на это право, возьмите его. А ведь дрепту лачеста. Рассказывайте истории, зажигайте другие. Повестите о чести истории, ша примите. Чтобы люди влюбились. Вы ведь не хотите, чтобы люди несчастными умерли. Хауамени сосен ундрегостяска должну дурить, хауамени сама. Оказывается, и в церкви люди могут быть несчастными, если они не слушают. Шибрал сосмон кашим бисерика по цуамени софии мефеличить. Поэтому рассказывайте людям истории. Я тебя повестители уамени лор истории. Я хотел бы пригласить сюда буквально на несколько минут Крин. Аж все говорит, что имитай, чем фаса ты Крина. Крина, я ее очень люблю, это моя сестра. Если сон, опять же, его и без я очень ее люблю. Почему? Потому что она посвятила себя Богу.
Pentru că ea și-a consacrat viața lui Dumnezeu. Потому что она сказала, в мире многое всего предлагается, но я хочу посвятить себя. Да, lumea propune multe lucruri, dar eu vreau să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Опять-таки, я не буду сильно хвалить, но скажу, что делает Бог, когда человек посвящается. Și vreau, nu vreau să-l laud, dar vreau să spun ceea ce face Dumnezeu. Они уже Богу я decizia să-i dă viața lui. Они уже год живут здесь, в Молдове, без зарплаты, без ничего. Я хочу сказать, разница очень большая, как они жили в Канаде и как они живут здесь. И acum un an de zile trăiesc fără leafă și diferența dintre ceea ce cum trăiau în Canada și aici este mare. Им очень нелегко. Și vreau să vă spun că nu le este ușor. Но они приехали сюда на миссионерскую работу. Dar ei au venit la lucrare misională. Оставили Канаду. Au lăsat Канаду. Оставили все условия. Au lăsat condițiile. И они еще и нас пригласили сегодня на обед. Și ne-au invitat și pe noi astăzi la masă. И вот Крина, она настолько полюбила Бога и то служение, которое совершал Олег там в Аргентине, что она сама захотела поехать тоже туда. Și Крина atât de mult s-a îndrăgostit în lucrarea aceasta și acolo unde lucra Oleg a mers și ea. И я ее попросил, чтобы она хотя бы один опыт рассказала из того, что она имела там в Аргентине. Și am rugat-o să povestească măcar o experiență pe care a avut-o acolo în Argentina. Потому что она поехала, тоже выучила язык. Pentru că ea a mers acolo, a învățat limba. Ea n-a tot jubat Knigănoș. Și ea a fost colportoare. Ea n-a pusilă Knigănoșul în Argentina. Și ea a gustat din colportaș în Argentina. Cădiți o slujă? Da. Vreți să auziți? Da. Dobre vești. Vreau să vă povestesc așa un caz care am avut cu o persoană într-o zonă care pare foarte lăsată de toată lumea. Я хочу вам рассказать один опыт, который имел место с одной личностью, который жил на территории в селе Брош. Я могу таша о зоне, что я визитам фейкари касы, что авиам о листы касы, которые не умел дески смейс, сели визитес сошиту луни, кандежа. Да, совершая это служение, я имела тетрадку, и в этой тетрадке я отмечала все те дома, которые не открылись, с целью, чтобы в конце месяца посетить их еще раз. И в один прекрасный день я посетила такой день, дом. И для того, чтобы пригласить кого-то на улицу, нужно хлопать ладонью. Și mi-a ieșit un om un pic mâhnit, zdrav, înalt, poate de vreo 50 de ani. И вышел на улицу такой человек где-то 50 лет, здоровый, но печальный. M-am prezentat și de obicei nu intru în casă când doar un bărbat, dar eu nu știu de ce eu am intrat la dânsul în casă. Я представилась и обычно я не захожу в дом, где только мужчины. Но не знаю почему, что произошло, что на тот раз я зашла в дом. Я вам факт презентация Кэти. Я представила ему книги. Ела кумба, аша, требует un pic mai mult, куда с ворбец, да ела акцептат, ше аспуска вряд ли я ищела. Я общалась с ним немножко дольше, чем обычно, и он проявил интерес к моим книгам и сказал, что хочет купить. Și când la urmă am spus că eu aș vrea să fac o rugăciune cu dumneavoastră, îmi dați voie. А в конце нашей дискуссии я попросила у него разрешение помолиться с ним. După ce m-am rugat, и после того, как я помолилась, am deschis ochii, я открыла глаза, și din nou mâista care el era așa mâhnit, am văzut că i s-a prins ochiul în ochi. И я увидела в эти печальные глаза, что зажглась какая-то искра. Și el se uită așa la mine și îmi spune, mă întreabă. El, он смотрит на меня и спрашивает. Tu, Мотинка, tu ești вентистă. И он говорит, ты, наверное, вентистă. Eu mă uită așa din început, din prima oară când m-a întrebat, eu nu am înțeles ce încearcă să-mi spui. И когда он меня спросил, я даже сразу не понял, о чем он хочет меня спросить. Tu ești вентистă. И он утверждает и говорит, он повторяет, говорит, ты вентиста. Что я спускаю? Я не понимаю, легче начеркать, чем спонять. Я тогда сказала, я не очень понимаю, что вы хотите мне сказать. Что я не спускаю? Спонять, чьи религия, что? И тогда он спросил напрямую, ты из какой конфессии? Паркум пик, мам, вкус ошапки вокш, с крештины. И я немножко засмущалась и сказала, ну я христианка.
Да, читать крещение. Ну хорошо, а что ты за христиан? Ну, требуется не Я тогда подумала, не нужно стыдиться того, кто я. И я сказала ему, я адвентист восьмого. Господи, да, я учтил. И он сказал, да, я знаю. Шиошоно, это же документ. Я тогда спросила его, а откуда вы знаете? Ты поругай меня там. И он говорит, я по твоей молитве узнала, что узнал, что ты адвентист. Что ты мне не давай, ты адвентист, вага, чашма, не ради чего к нас И я тогда подумала, что неужели все адвентисты молятся одинаково, что он узнал по молитве, что я адвентист. Поэтому я стала ля куаликом. И мне как-то стало даже неудобно. Дарил меня спуск, он чепут месяцем по обстязкам. Но он начал мне рассказывать. Кавродозич чава Диане Нурмы. Что где-то 20 чем-то лет назад. Я ловил третьем патигон. У него был хороший друг. Ше приятельный стопартигун был адвентист. И этот хороший друг был адвентист. Ше новеком сожгла беседка. Но он никак не мог посетить церковь. Дар он уистала карию визитам, кемалуку, я ловил моточек лета. Но этого человека, которого я сейчас вот в данный момент посещала, его звали Ука, и у него был мотоцикл. И он помогал своему другу, чтобы тот смог дойти до церкви. Ну, я барбитку ел, еще держал на чепуц на петряк на стрекасы. Мы пообщались, и он начал провожать меня домой. Ну, афарбин кацал я. А, то есть из дома. Ше ел, я винит, аша Спириту Сэнце Ведика Лукрат, ше ел мисо дискис партитаримии. Наверное, Дух Святой так коснулся его сердца, что он полностью открылся. Ще он спустя, что я кадрепты на эти тусови во меня каса. И он тогда сказал, вот перед тем, как ты пришла к нам домой. Я у Господа он боялся, что дешат теория на Страпунску птицу он кончил. И он говорит, я вот только что был у одного парня и 7 раз пырнул его ножом. Зичи Каичин.